Не знаю. Амабе. А куди що? World Market. Карається адвашицерками. Ходим там внутрі, в місті, посмотрим, які там ікони і так далі. Після цього ми за старим городом. Договорились? Звісно, зараз і в курсі, куди ми їдемо зараз, так? Це дуже добре. Так, автобус у нас готовий, 18. Так, где наш друг? Например, в этой мечети здесь, в этом же месте происходит омовение, можно туда заходить, посмотреть и так далее. Закрыто, мы его купим, просто можно заходить. Будешь на пляж читать? А? Все, все в автобусе идут, идем. Конечно, вы стойте, вас нужно или на колени. Просто пожилых инвалидов я не могу сидеть. Потому что... Вот, уважаемые, здесь наша Кубская церковь, у нас есть тоже здесь. Уважаемые, немножко разница наша храма, архитектура. Как я уже сказал, самое первое здесь сидели. Другая архитектура, форма креста. На улице, у нас, по полу у нас есть кругов. Похоже, круг это символ Бога. Как? Без начала, без конца, как символ крови. Ну, во-первых, наша фабрика была основана в 2002 году в городе Кургазе. То есть производство всех наших масел осуществляется в Кургазе. Здесь у нас специализированный магазин по продаже натуральных масел. Какие масла фабрика выпускает? Аромамасла, эфирные, косметические, лечебные масла. Ну и также парфюм – это масляные духи, которые производятся на основе мускуса и амура. Это два афродизиака. Национальный напиток, пряничное дерево, пальмочка, на ней растут вот такие плоды. Их исключают, осушивают и заваривают, пьются на охлажденном, по вкусу на предназначении. Наркотики, сухопроводы. Антимикробное стабилизирует давление, но также мы его называем мужским напитком для профилактики простатита. Желтый, то еще. Гоститивы. Мы здесь собираемся через час, это значит в 19:30 мы здесь собираемся, хорошо? В этот же месте. Да, я то же самое буду здесь. Если у вас какой-то вопрос, ко мне подходите, пожалуйста. Давайте сначала за мной. Не успею. Ну не успею. Не успею.